Когда город только просыпается, журналисты телеканала «Самара ГИС» уже при деле. Приехать на работу в 7 утра даже романтично, рассуждает корреспондент Елена Малютина. Коль, привет! Сама привет! Камера, штатив, микрофон, журналист, оператор и водитель. В привычном составе коллектива неизменный атрибут с логотипом телеканала. Удобно, стильно, безопасно. У каждой маски своя рука и свой хозяин. Одинаковы только ситуации, в которые мы неизбежно попадаем в офисе и на съемках. В это утро по главной дорожке шел веселый и рыжий парень в желтовато-зеленой ковбойке, а за парнем шагала лошадь. И даже если что-то не получается с первого раза, не унываем. Не знаю, как правильно. Мы можем включиться в жизнь города из любой точки мира, узнать актуальные новости, организовать интервью без слов. О самых главных событиях в жизни областного центра самарцы мгновенно узнают из соцсетей. Мы успешно интегрировались в интернет. ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Инстаграм и Твиттер. Чтобы оперативно разместить информацию, набираем текст сходу на морозе. Общее дело превыше всего. Работать приходится в разных условиях, но главное, чтобы тема была интересна. Тогда появляется некий такой внутренний огонь, который тебя греет, и тебе становится тепло в любое время года. Новых высот достиг и YouTube-канал «Самара ГИС». 33 тысячи подписчиков. Новости и программы собрали рекордное количество просмотров – более 25 миллионов. Официальный сайт стал одним из лидеров по числу посещений. Ежемесячно его читают свыше 50 тысяч человек. Прямые включения мы ведем из любой точки города. Прямо сейчас мы находимся на Московском шоссе. А иногда и вовсе рискуем жизнью ради одного кадра. Когда вы выбрались, не спешите вставать на ноги. Нужно перекатываться еще несколько метров по своим следам. Наша работа, конечно, предполагает определенные риски. Просто всегда нужно вовремя включать голову, мыслить трезво и не подставлять ни себя, ни товарища, ни руководство. Безопасность на первом месте. Профессия тележурналиста, она не так проста, как может показаться. Это даже больше, чем профессия, это скорее образ жизни. Когда ты утром снимаешь уборку города, днем ты на стройке, вечером на какой-то интересной выставке. Это непросто, но вместе с тем очень интересно. Телеканал «Самара ГИС» уже четвертая телекомпания, на которой я работаю. Везде встречались, конечно, и хорошие люди, и профессионалы, но такого количества хороших людей и профессионалов, как на «Самара ГИС», на один квадратный метр больше я не встречала нигде. Душевные, открытые, любящие свою профессию. Поэтому как не любить таких замечательных людей? Всю красоту Самары мы можем увидеть и показать с высоты птичьего полета. Наши корреспонденты в любое время дня и ночи работают в гуще событий, чтобы вы всегда были в курсе самых важных новостей. В Международный день телевидения мы остаемся с вами и работаем для вас. Дорогие телезрители, мы вас очень любим и надеемся на взаимность. Ольга Павлова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События!